даете. Занесла сегодня нас тропа звериная невиданных зверей в звериное царство, он же лес. Посчитать зверьков. Стандартное весеннее мероприятие. Уже третий раз, да, мы выезжаем весной. Сегодня Полесский район. Не знаю, зверя будет, нет, не знаю. Но в основном-то сегодня мероприятие будет посвящено этой штуке. Мое новое приобретение. Ту старую я продал. Это у нас GoPro 7. Сегодня она у нас без всяких разных прибамбасов. Просто буду с руки тестировать, ходить туда-сюда, бегать. Планы такие, планы сякие, трандеть наверх, вниз. Посмотрим, как она себя поведет. Должна быть хорошая стабилизация на ней. Хочется на это верить, потому что интернет ютубовский говорит, что прям там вообще какая-то мега красота. Будет панасоником соизмеримо, чуть ли не лучше, но не знаю. Время покажет, что игреки на природе снимают замечательно 4K+. Ну, стабилизация у 7, говорят, просто супер-пупер-паратрупер. Посмотрим. Если что-то увижу сегодня из зверька, то покажем. Будет дополнительный бонус. Ну, не увидим. Просто поснимаем лес туда-сюда. Он еще у нас на луже вода. Точнее, лед. Не до конца растаял. Заходили в просеки в говнище лосином все. Поэтому вдруг что-нибудь повезет. Поэтому погнали наблюдать за природой. февраля нынче у нас чему бы это что за грибочки не все. Какие-то зимние февральские грибочки. Пахнут грибами. Не знаю, на новую камеру, на GoPro видно или не видно. Сейчас повторю еще на Panasonic. Вот такие февральские грибочки. Выросли в лесу. Фокусировочка, не знаю, попадает, нет. Пахнут грибами.
Сегодня больше тест новой камеры. Продал свою Y-ки. Купился на типа качественную стабилизацию от GoPro 7 задой и протестируем. Конечно, на 2 раза дороже, сволочь, это даже больше, чем 2 семерочки, чем Y-ки моя 4К+. Ну, сегодня походим по лесу туда-сюда, поснимаем разные виды, движение близко, даль, далеко, посмотрим, насколько качественно это все тело снимает. У нас как микрофон пишет, тоже немаловажный фактор, потому что лично я никогда не гонял GoPro, как в принципе и другие экшн камеры особо не гонял. Ну, будет чем сравнить. Сезон от охотницы отснимался с игреки, теперь настает сезон работать с семерочкой GoPro. Посмотрим, как будет картинка. Если сегодня какой-то зверек попадет в камеру, хорошо, но я особо сильно не рассчитываю на это. Сейчас я краски на GoPro снимаю, заодно будет видно, что я иду, рука дергается, не стою, естественно. Посмотрим, как будет картинка, дрожать и дрожать, как будет микрофон работать. Самому интересно. Пришло, что в интернете народ выкладывает, показывает. Картинка вполне достойна в плане именно стабилизации заднего фона, всего остального. Особенно если камера висит на кепке. Что моя боевая камера Panasonic. Как бы вот она. Поэтому снимаю сейчас на GoPro. Можно ради интереса сделаем подобный кадр. Сейчас переключусь буквально через секунду, какая будет разница с Panasonic. Ну, я думаю, что GoPro здесь будет курить, все-таки камера иначе не для этого. Сейчас сравним. Вот тот же ракурс, те же условия, та же просека, только 10 метров назад. Но это уже снимаю на Panasonic, чтобы было понятно, что это Panasonic, никакой подставы. GoPro-шка. И тут написано, что она семерочка. Только фокуса нифига нет. Ладно, вот так. Короче, на Panas. Ну, я практически уверен, что Panas вот не конкуренции. Конечно, он меня глючит, снимаю постоянно с ним только пауэрбанка. После последнего дефекта. Так, все, окислилось внутри. Починить пока не удалось ее, наверное, не получится. Только через внешний пауэрбанк работает камера. А так все функции работают нормально. Также стабилизация неплохая, вот эта камера сколько раз не проверял. Тоже сейчас иду. Заодно сравним. То же самое движение с руки. Ну, это в плане Panas кланец классный. Конечно, возможно, со временем может начать копить деньги как-то на VX1, по-моему, называется у них. H. И VX1. Вообще, Panas новая камера, 4К появилась. Как новая, она довольно старенькая. Но уже продается, типа, получше это должно быть. Ну, пока снимаем, на что есть. Ладно, посмотрим, запизделся что-то. Продолжаем тест. И что-нибудь снимать. Продолжаем небольшой тест семерочки в лесу. Солнца нет, освещение среднее утро, 10 часов утра примерно. Снег, то есть баланс белого будет непонятный, возможно. Как справиться, не знаю. 1080p 50 кадров снимаю на нормальном угле, чтобы края были узкие, ровные, то есть не широкий и не супер вью режим. Я пробовал, это может быть на влогах хорошо, чтобы захватывало много по периметру информации, и особо качество информации не важно, главное присутствие. В моем случае мне нравится картинка красивая, ровная, поэтому я снимаю с меньшим углом,
но ровными краями. Камерами тоже снимает 1850 кадров, поэтому для их синхронизации здесь ставлю то же самое. Стабилизация включена, есть режим 100 кадров, который позволяет стабилизацию уже пользоваться. Есть режим еще 1800-200 кадров, но уже без стабилизации. Ну, это, в данном случае пока не надо, и так нормально. Ну, проверим, что будет за картинка. Идем, есть следы лосей, обосрано все. Есть следы кабанов старенькие. Ну, загон прошел, на номер там ничего не выбежал. Посмотрим, что будет дальше. А то как-то без зверька скучно. Как прошлые прогоны у Устинца. Мы гоняли, конечно, хорошо, но зверек убегал только на номера. Ну, в принципе, это судьба загонщика, чтобы зверек убегал, а не бегал по загону. По загону. Работа загонщика — выгнать. Ну, а если случайно прорвется, только хорошо. Но это неправильно. С точки зрения огонька загона, зверь прорваться не должен. Должен выйти. Еще у нас пока лед. Купил новые сапоги. На те ругался в прошлый раз, которые были с толстым. Купил себе обратно. Какие были раньше. Сплави. Обычные рыбацкие сапоги. За те же деньги. Ах, не могу нарадоваться. С теми толстыми, пароходческими, конечно. Получилась засада. Кто прошлое видео смотрел, жаловался на них. Стабилизация, проверка стабилизатора сейчас. Иду, рукой махаю, прям конкретно делаю движуху, как будто почти так как бегу. Даже можно резкие движения. Можно было, конечно, одновременно с Panasonic как-то это сделать, но нет у меня такой пока приблуды. Может быть, со временем что-нибудь соорудить, чтобы проверить стабилизацию Panasonic и GoPro-шки одновременно, как делают обычно это. Конечно, камера-то для разных случаев. Почему-то в последнее время нормальные камеры не очень сильно пользуются популярностью. Небольшие, громоздкие, неудобные. Проще тут мою пашку положить в карман. Ее всегда вытащить и снять ближним боем что-то. Но если надо достать картинку издалека, эта штучка вам ни хера не поможет. Ой. Поэтому в любом случае две камеры с собой таскать нужно, как ни крути. У меня одна в кармане по нас, одна в руке сейчас. Ну, должен быть в кармане. Пока что крепежей еще ничего не пришло, все продал вместе с камерой старой. Жду налобника и всего остального. Пока с руки. Ну, такая у нас просека. Снег еще не ушел везде. Так-то в Калининграде, в окрестных полях, уже нет снега совсем. Тут еще немножко присутствует. Даже оружие еще чуть замерзшее. Но не сильно. О. Восьмисоточку вокруг обошли. Квартал 800 на 800. О. Болею только я. Загон не могу идти, горло болит. Глотать больно. Вот такие у нас вот в Полесском районе квартала. Низкие, затопленные. В квартале вообще капец, не пройти. Вода в уровень стоит с лесом. Потом это пытается мелиорацию делать.
стало, конечно, лучше гораздо, но все равно весна, все в воде. Ой. Вышел на дорогу, иду к машине, не по снегу, очередной маленький тестик, снимаю с руки, опять же, можем пробежаться. Не знаю, что там получается, но рука мне колбасилась как надо. Боковой еще свитер сдувает, блин. Капец. Заодно проверим, как он ветер пишет в микрофон. Тоже, наверное, будет интересно услышать. Боковое движение быстрое в беге. Я ничего не видел. А меня Сава сбил с толку. Сава с толку убил, за ним пошел. Заодно камеру проверю, как она тут снимает. Сейчас пускай. По машинам. Были лоси, да? Немножко переехали, и уже снег везде, буквально километр, полтора, меняется ландшафт. Блин, 100 метров прошли, как будто снег. Был снег и кончился. Как будто кто-то его там специально растаял. Сейчас, правда, я с Panasonic снимаю заодно. Опять же, контраст картинки будет виден между GoPro и Panasonic. Вообще просто вот, шли, хрустели снегом. Как будто границы какую-то перешли. Экваториальную. Фига, как снег кончился. Вон там немножко лежит. А тут нету. Капец, блин. Но то же самое на Виштинце. Там сейчас снега по колено. А вокруг снега нет. Ух. Ладно. Продолжаем тест камер. Сравнительный ближнего боя. Дальний бой смысл тестировать нет, потому что Panasonic тут как бы вне конкуренции, вне зачета.
небольшой сравнительный тест одновременной картинки стабилизации GoPro-шки и Panasonic. Их так примерно одинаково выставил, держу руками обе. Это GoPro, это Panasonic. Ну, экран разделю, чтобы было видно рожу мою, был виден фон. Иду по лесу, рукой мотаю. Фон меняется, мелькает, надеюсь. Руку на максимум вытянул, как могу, чтобы хотя бы фон тоже был виден. Иду спокойно пешком. Посмотрим, какая стабилизация. Конечно, камера у меня в руках болтается конкретно. Даже камера смещается чуть-чуть. Мизинцем ее держу. Без пособа не сделал, но такой быстрый тест. Посмотрим. Вот я рукой болтаю вверх-вниз, вверх-вниз. Лево-право, лево-право. Раскачка такая волнообразная. Посмотрим, что тут получится. Долго держать не смогу, мизинец устает. Вот так хотя бы секунд 30. Я примерно понять качество картинки и стабилизации. На обоих камерах 1080 кадров. Освещение одинаковое, картинка одинаковая. О, можно даже посидеть чуть-чуть, отдохнуть. Трудно держать камеру. Загул прошел уже. Возвращаемся обратно. 1,5 километра идти пешочком. Вот сбоку кадр привлекающий. Две косульки было у меня, ушли они. Блин, тяжело держать, не могу. Ладно, надеюсь, приблизительно было понятно. Мизинцем держать не получается. Потом сделаю приспособу как-нибудь отдельную, чтобы было лучше видно. А так, смещается GoPro-шка. Неудобно. Ладно, потом. Автомобилей, а не продавать. А там мастерская у нас на Карташове. А он это сам был. Мастер, да? Он там живет? Мастер Мурслав. Я в клубе сделал, не сам. Саша, вы Саша.